Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Я сегодня хочу показать вам новенькую серию гель-лаков Fox Platinum. Это плотные, хорошо пигментированные лаки с остальным эффектом в виде плотного микроблеска. Уже в один тонкий слой они дают плотное покрытие без проплешин. Это очень удобно в использовании в качестве подложки под стразы или дизайна, не создавая при этом лишней толщины. Сейчас это очень даже кстати, так как в тренде у нас различные хайлайтеры, металлические элементы в одежде, в обуви, и для дополнения модного образа у нас будут ноготки с металлом. По поводу идеи смешать просто блестки с топом, вы все равно не получите такого плотного и тонкого покрытия. А в магазине M-Cosmetic как раз с 14 февраля проходит акция 2 плюс 1 на все гель-лаки Fox. Ссылку на эту акцию я оставлю в описании под видео. На ноготки я нанесла базовый гель-лак от Fox и теперь наношу на два пальчика наш металлический цвет. Вам видно, что даже в один тоненький слой он плотно лег и нигде не плешивит. Остальные ноготки я покрываю черным цветом от Lianail. Наносим все цвета в два слоя с промежуточной просушкой 30 секунд в LED-лампе. Затем перекрываю финишем от Fox металлические ноготки, а черные перекрываю матовым финишем от Formula Profi. После просушки снимаю липкий слой. Теперь тем же Фоксом рисую френч на черных ноготках. И вот за что я в него влюбилась. Здесь отчетливо видно, что даже на черной подложке в один тонкий слой у нас безупречный металл френч. Я полюбила в принципе эту фирму именно за тонкое нанесение без ступенек, и перекрывать сам френч я также буду топом от Fox. И у меня абсолютно не будет никакой ступеньки на стыке френча. У меня также есть видео с выкраской трендовых гель-лаков, ссылку на видео я оставлю в конце этого ролика. Посмотрите и обязательно что-то выберите для себя. Просто так оставлять дизайн я не хочу, поэтому мы немного разбавим этот сияющий эффект для более повседневного образа. На безымянном и среднем пальчике я нарисую полосы разной толщины в хаотичном порядке. И так как я уже перекрыла ноготки финишем, рисую гель-краской In Garden без липкого слоя. И перекрывать больше ничем не буду. Мне безумно нравится этот маникюр. Говорят, что безупречный маникюр определяется желанием мастера сделать себе такой же. Боюсь, что возникнут проблемы с левой рукой, но я его очень хочу себе на ноготки. Как говорится, мода на кончиках пальцев. Надеюсь, вам тоже нравится. Ставьте пальчик вверх за это видео. Подписывайтесь на мой инстаграм. Всем удачи и до скорой встречи. Пока-пока! We'll be right back.